друзья, добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты, куда же без вас. Вас приветствует компания Arbat Homes, я Татьяна Пикер. Сегодня на повестке дня район русскоговорящий, наш любимый Махмутлар и комплекс на этапе строительства. Я уже на месте, за мной мы видим стройку. Все подробненько вам расскажу. Расстояние до моря 800 метров. Напоминаю, что это район Махмутлар. Отличная локация. Пусть вас не пугает расстояние. Здесь недалеко находится государственная школа. И в пешей доступности абсолютно вся инфраструктура района Махмутлар. По порядочку. Вот это здание будет состоять из 10 этажей. Площадь земельного участка составляет 1700 квадратных метров. Что же есть из инфраструктуры? И прошу прощения, забегу вперед, сразу ценник забыла озвучить. Как мы и с вами договаривались, 77 тысяч евро. Стартовая цена на данный момент. Будет ли повышение цены? Конечно же. Итак, инфраструктура. Крытый паркинг. Очень важно, дорогие друзья, это открытый плавательный бассейн, крытый плавательный бассейн с подогревом, что очень прекрасно на зимний период. Это сауна, хамам, турецкая баня и многое другое. Конечно же, генератор, конечно же, видеонаблюдение и управляющий, который будет вам помогать во всех вопросах. Переходим к планировочкам. 1 плюс 1, 60 квадратных метров. Цена стартует от 77 тысяч евро. Двухуровневые квартиры с двумя спальнями, 2 плюс 1 дуплексы. Напоминаю, площадь их 110 квадратных метров. И цена начинается сейчас от 145 тысяч евро. И осталась только одна квартира для больших семей. 4 плюс 1 – это тоже дуплекс. Эта квартира у нас двухуровневая, 4 спальни, 4 плюс 1, называем мы здесь. И площадь ее составляет 135 квадратных метров, стоимость 230 тысяч евро. Вот так, дорогие мои, один блок, видимо, 10-этажный, расстояние до моря 800 метров. Это район Махмутлар. Три планировки имеются у нас. 1 плюс 1, 2 плюс 1 дуплексы, 4 плюс 1. Стартовая цена от 77 тысяч евро. Если вас интересует, пишем по номеру на экране, фиксируем цену, потому что цена будет расти. И забыла сказать самое главное про план оплаты. 30% первоначальный взнос по стандарту, когда мы говорим с вами о продаже квартир, объектов на этапе строительства или котлована. И до конца у нас стройки, пожалуйста, беспроцентная рассрочка предоставляется. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в феврале 2023 года. По этому время у нас еще есть 77 тысяч евро стартовая цена. Я на сегодня с вами прощаюсь. Татьяна Пикер. И всем пока-пока.